Легче, легче, легче. Еще добавь. Не бей одним ударом. Еще, еще, еще. 6 раз в неделю по 2 часа именно столько Даниил Петухов проводит в спортивном зале. Иногда приходится жертвовать даже встречами с друзьями, но старания принесли свои плоды. Вчера вечером школьник вернулся с чемпионата Европы по боксу. Из Франции он привез бронзовую медаль, за которую боролся с юношами со всего мира. Первый бой я провел с сербом. Выиграл этот бой. Следующий бой в этот же день. У меня был с французом. К примеру, у нас в России больше уклон поставлен на руки. А вот во Франции там наоборот, они больше бьют ногами. Соперника победить так и не удалось, он оказался слишком силен. Вообще французский бокс агрессивнее обычного, ведь ребята бьются в обуви. Между тем, вне боев боксеры отлично общались с помощью жестов и ломаного английского, вспоминает спортсмен. Чемпионат длился всего 2 дня и проходил в небольшом городе Леули. Правда, погулять там почти не удалось, рассказывает Даниил. Из отеля их отпускали только в магазин за продуктами. Ведь забывать о правильном питании спортсмену нельзя даже в поездке. После соревнований сборная отправилась в Париж, но уже на следующий день нужно было возвращаться домой и возобновлять тренировки. Занятия спортом Даниил совмещает с учебой в 11 классе, так что свободного времени совсем не остается. После школы он сразу принимается за уроки, но закончить с домашним заданием до тренировки удается редко. Так что с учебниками приходится сидеть до ночи. Параллельно Даниил готовится к выпускным экзаменам. В этом году юноша собирается поступать в университет, но тренеру обещает, что даже став инженером, спорт не бросит. Для него бокс всегда будет чем-то большим, чем просто хобби. Ведь в спортивную школу Даниила привели еще 8 лет назад. Маленьких детей всегда приводят родители и говорят, что Александр Ильич, возьмите их на воспитание. Ой, прихожу к выводу, что детьми в первую очередь должны заниматься родители, и второй родитель – это тренер. Вот, и тогда будет результат, когда есть взаимосвязь родителей и тренеров и детей, это получается нормальный результат. Родители и тренер как могут стараются поддерживать Даниила. Скоро волокжанину предстоит еще одно серьезное испытание. В декабре он отправится в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования по боксу. Ольга Амелина, Николай Замараев. Новости Вологды.